Сейчас, подождите. Я просто только что проснулся, и пока что еще ничего не шарю, но вот в чем прикол. Катюха вот сейчас уходит в университет. Ну, примерно через минут 30. Я решил быстренько записать серию, потому что я решил сделать ей подарок. Кто знает, кто смотрел предыдущую серию, тот знает то, что в предыдущей серии у нас умер Антон, к сожалению. А в этой серии я подарю нового Антона Кате. Я же пообещал в предыдущей серии то, что я это сделаю. И в этой серии это произойдет. Поэтому я сейчас позову Катюху. Катя придет, и мы с ней посадим нового Антона и в Майнкрафте, и в реальной жизни. Короче. Катюха! Катеридзе! Крошка Бейба! Здорово, ясенький был, э? Ты не опаздываешь еще? Опаздываешь. Ну, короче, мне нужно буквально 15 минут. Садись. Кстати. Кстати! Я собрал стул, потому что Катя не решалась это сделать. Хоть это ее стул. Она такая, я не буду, я срака ленивая. Я такой, крошка Бейба, давай собирай уже. Просто новой погонял, и придумал. И она обижается, когда ее называю крошкой Бейбой. Ну, согласись, что это хорошее погоняло. Уже не Катеридзе, а крошка Бейба. Давайте будем ее так называть. Алло! Короче, Катюха. Ну-ка попробуй. Что? Держи тебе Майнкрафт, а мы должны поменяться, да, мы должны поменяться. Давай перед тем, как мы начнем, я тебе кое-что подготовил в этой серии. Ребятки, ставьте лайкусики и подписывайтесь на канал, если хотите больше серий с Катеридзе. Что в первую очередь нужно делать, подписываться или ставить лайкусики? Сначала подписаться, чтобы не пропускать наши совместные ролики и не пропускать мои стримы. I'm looking you, I'm watching you. Поэтому подпишись, пожалуйста, и поставь лайкусик. Набираем 30 тысяч лайков, сразу же выходит следующая серия с Катеридзе. Не забывай, потому что я тоже как бы проснулся. Называй. Короче, Кать, ты знаешь, что мы будем делать в этой серии? Нет, конечно, не знаю. Знаю. Что? Плавать. Не надо! Кать! Разворачивайся. Разворачивайся. Да я говорю, я только что проснулся, подожди, я еще ничего не понимаю. Заходи. Обратным же правой кнопкой взаимодействовать. Когда ты научишься в этой жизни, что правой кнопкой открывать кнопки. Понимаешь? Правой кнопкой открывать кнопки? Нажимай на кнопку и проходи через дверь. Слева кнопка, вот. Слева! Проходи. Вот сейчас иди налево. Короче, дальше по мостику иди. Только типа, перепрыгни. Опа, какая умница! Я вот тут знаю. стой, тут на спринте нужно. Тут два раза нужно жать. Оп! Ого, Катя уже у нас паркурщица. Катя. Тихо, мать. В этой серии я подготовил секретное заклинание. С помощью этого заклинания мы будем воскрешать Антона. Воскрешать Антона будем. Иди к алтарю. Видишь, я все уже здесь подготовил. Тебе нужно будет прочитать сейчас секретное заклинание. Подходи к алтарю. В первую очередь, чтобы заклинание начало действовать, тебе нужно назвать дату рождения, день рождения Антона. Назови, пожалуйста, я пока найду секретный текст. 24 июля 2018 года. Нет. Подарила его. Когда вышла первая серия с Антоном на моем канале? Да я вообще в душе не чаю. Ага. То есть ты не знаешь день рождения собственного, мать твою, сына? Ну где-то в августе мы? Нет. Раньше? Да. Когда вышла первая серия с Антоном? Ну где-то в 20-х числах. Ну? 24-го? Нет. 25-го? Нет. 26-го? Нет. 27-го? Нет. 28-го? Нет. 29-го? Нет. Все закончилось. Ага. 20-го? Нет. 22-го? Нет. 23-го? Нет. 24-го? Нет. 25-го? Нет. 26-го? 27-го? Нет. Нет. Ты опять 10 раз назвала все числа, но одну дату пропустила. Да в смысле? Я все назвала. Не все ты назвала. 21. 21 число. Как 21? Первая серия на моем канале с Антоном и с тобой вышла 21 июля, за день до моего дня рождения. Хреновая ты, мать. Ты вообще его убил. Это ты уехала и оставила его одного. На тебя. Вместе со мной. У тебя такие же как бы права, как у меня. Читай заклинание, тебе нужно тут прочитать... Тут написано квадратик. Нет, тебе нужно прочитать прочитать. Тебе нужно зачитать любимую песню Антона. Да я знаю, что ли! Для того, чтобы Антон воскресился,
Нужно зачитать любимую песню Антона. Читай. Тебе помочь? Да, я не знаю. Ладно, только давай вместе. I'm heavy. My jumpsuit is unsteady. I'm liar when I'm lover. I'm higher when I'm heavy. О-о. I'm so high. My jumpsuit takes me so high. I'm flying from the fire. From Nico and the Niners. О-о. Все, я прошла задание. Ты не прошла задание, потому что даже не знаю, если любит. Ты не прошла. Да иди! Крошка Бейба, не перебивай меня. Фу, ну и задание у тебя, конечно. Ладно, Катюха, иди дальше. Налево, налево, налево развернись, налево. Вот туда, да, заходи. Вот сюда, да, заходи. Чтоб вызвать Святой Дух. Давай. Заходи внутрь. Внутрь, заходи, заходи туда. Да, Кать, ну открой, заходи внутрь. Ага, смотри наверх. Ты нормальный человек? Что? Так надо было, нажимай респаун. Так надо. Ого. В общем, надо реально взять все в свои руки. Не только сиськи. Иди дальше, но сейчас будет очень сложно. Ладно, вот, хорошо, я тебе с подписчиками раскрою секрет. Иди налево. Стой. Бедрок нельзя сломать обычной киркой. Я знаю. Чтобы его сломать, нужно зачарить кирку в столе зачарования на эффективность 1. Или 2, или 3. Ну, типа... ну конечно, я это всегда знала. Вот, поэтому я тебе подготовил. Ну, мы с подписчиками немножко потроллили тебя. Зайди в этот уже сундук, наконец-то. Вот, возьми. Вот, видишь, это... Вот, выйди. Только вот с помощью такого заклинания можно сломать бедрок. Вот, попробуй. Вот сейчас он будет ломать. Кать, нужно зажать. Ну, типа, мы с подписчиками немножко тебя потроллили, но сейчас ты сломаешься. Он ломается долго. Обсидиан ломается примерно секунд 15. Бедрок ломается примерно секунд 30, потому что это все же самый прочный блок. Вот. Поэтому с efficiency 1 бедрок ломается. Вот. Кать, там тебе еще немножко осталось, чтобы его сломать. Кать! Да что ж ты мне никогда не веришь? Перед тем, как куда-то пойти, хотя бы про Финки Баути спроси меня, что нужно делать. Нажимай респаун. Кать, вот там, в том сундучке, который там далеко находится, там кое-что находится, что тебе нужно добыть, но тебе до туда нужно допрыгать. Допрыгать? Да. Мне не нужно нажимать на вот эти вот коричневые? Наступать. Тебе нужно пропрыгать, потому что все остальное невидимые блоки. Тебе по коричневым, наоборот, нужно туда пропрыгать. Кать, двойной... Оп, да стой! Да куда ты так разогналась? Ты же можешь просто остановиться. Я думала... Тебя никто не убьет. Задницу тебе, крошка Бэйба, никто не откусит. Я думала, они подо мной будут исчезать. Нет, не будут исчезать. Вот, разгон, 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 разгон. Опа, стой. Торопишься. Чай. Все. Успокойся. Я спокойно. Ты неспокойно, ты торопишься. Разгон. Сейчас, сейчас, сейчас. Стой. Блин, я нечаянно. А-па-па-па-па-па-ра-па-па. Один раз прыг. Блин, не допрыгнула. Разгон бери. Берешь, прыгаешь, мать. Просто. Ой, господи, это будет долго. Ладно, ну как бы и не зря, потому что там, в этом сундучке, скрывается что-то очень тайное, секретное. А пока Катюха думает, как... Ладно, я сделаю вид, что я это не слышал. Пока Катюха думает, как это пройти, над нами прямо сейчас появится подсказочка. Нажми на нее, если ты не видел предыдущую серию с Катеридзе. Вот смотри, на счет три. Раз, господи, два, смотри предыдущую серию, потому что там было много интересного, там, к сожалению, Антон умер, и вот сейчас мы пытаемся что-то с этим сделать. Посмотри, пожалуйста, предыдущую серию.
Ничего не получается! Разгонись и проспрыгни, остановись на этом же блоке! Вот, всё! Стой! Развернись! Стой! А зачем еще раз ты прыгнула? Господи, я не знаю, как природа тебя создала, но... ладно. Катя, все получится, все получится, Кать. Просто нужно... Да мне напор, но допусти! Пройди этот паркур. Вот туда, туда, туда. Иди и прыгай. Стой. Вот туда. Иди и прыгай. Стой. Последний блок. Иди и прыгай просто. Да! Нажимай! Наведи на него. Антон, версия 2.0. Антон, версия 2.0. Я тебе обещал то, что я подарю тебе Антона. Чтобы закрыть эту скважину в твоей груди и замять эту боль. Это Антон V2.0. Но это еще не все, мать. Тебе нужно его посадить. Поэтому можешь сдыхать. Садить его нужно в другом месте. Беги! Беги! И вот туда, посередине, бери и сажай! Возьми Антона в руку и сажай его. Ты скриншот сделала, не знаю зачем. Но это еще так же не все. Нажимай. В сундучок. В сундучок нажми. Правой кнопкой, если ты не помнишь. Нужно его полить, потому что, ну, как бы Антон завянет. Просто бери и разливай возле него. Ага. Что такое? Зачем ты Антона сломала, Кать? Возьми Антона. Вот, сначала полила, сейчас возьми Ой, боже, боже. Сколько я ее уже учу играть в этот Moonstruff? 5 месяцев она не знает до сих пор то, что левой кнопкой ломать, правой кнопкой взаимодействовать. Ладно, мать. Я знаю, что тебе нужно в университет идти. Но ты не ожидала, наверное, то, что у нас так все будет. Закрой глаза, пожалуйста. Только не открывай! Открывай. Вот это настоящий Антон. В прошлый раз у нас действительно был живой, настоящий в реальной жизни Антон, но он был кофе. Он кофем был. И он не выжил, поэтому Катя его выбросила. Хотя я говорил не выбрасывай, она выбросила, бессердечная. Но я пообещал то, что в этой серии у нас появится новый Антон. И сейчас у нас будет Антон Кактус. Версия 2.0. Чтобы вы понимали, это настоящий Антон. Ну, типа, можно садить здесь кактус, который ты садишь. И вот здесь посади, полей, выращивай. И он через какое-то время вырастет. Надеюсь. Надеюсь, не так, как было с предыдущим Антоном. Но, учитывая то, что серия уже, в принципе, очень долго длится, я тебе, Катеридзе, предлагаю в следующей серии в реальной жизни и в Майнкрафте как бы наведать Антона и полить его, посадить нормального Антона. Ты согласна? Поэтому давай сделаем так. Окей, что нужно делать в первую очередь? Ну, мы уже обсуждали. Подпишись, пожалуйста, на канал. Конечно. И все зависит только от тебя. Вот смотри, как только на этой серии мы наберем 30 тысяч лайков, мы сразу же в следующей серии посадим Антона. Вот просто открой. Как бы что... Ну, там земля, там семена и прочее. Набираем 30 тысяч лайков, и сразу выходит новая серия. Кать, это только для тебя. 2 Антона для тебя. Следи за Антоном и не будь плохой матери, как в предыдущий раз. Я шучу! Ставь лайкусики, подписусики, колоколькусики, кофеюсики, чаекукусики. Всем приятного аппетита, всем удачи, всем пока. Катя, следи за Антоном. Ты тоже. Я тоже. Пока. До свидания. На пары надо, такси вызывай.